Привет, друзья, с вами снова Инфобиз Контроль, и сегодня на обзоре у нас курс, который называется «Мануал по заработку в интернете от 5000 рублей в день на бесплатном трафике». Вот такое вот длинное название. Этот курс сейчас находится в топах продаж Глобарк, и на момент записи этого обзора этого продукта продано уже довольно много, то есть там выплачено партнерам уже порядка 70 тысяч рублей, даже больше 70 тысяч рублей, то есть автор вот этого курса довольно неплохо заработал на продаже его, что значит, его активно рекламируют. Ну и, конечно, мне поступило много заявок для того, чтобы получить какой-то обзор и вообще, стоит покупать этот курс или нет. Ну, покупать его не стоит, потому что вы его можете скачать по ссылочке в описании к этому ролику. Ну а мы давайте перейдем к обзору курса. Продажник здесь довольно длинный, здесь очень-очень много воды, разных типа отзывов, обещаний, ну и впрочем, всего-всего. В самом начале продажника нас встречает вот такой вот ролик на 5,5 минут, где женский голос нам, в принципе, рассказывает, на чем мы будем зарабатывать. Ну, давайте мы еще вот здесь вот нажмем на суть метода. И здесь тоже мы можем посмотреть, на чем же нам предлагают зарабатывать. Так. Немножко ниже на сайте вы можете получить доступ к мануалу, тролля, из него вы узнаете, как пройти регистрацию на партнерском сервисе для заработка и подбирать на нем качественные товары, которые пользуются наибольшим спросом. При этом вам не нужно будет их покупать. Вы предоставляете человеку специальную ссылку, если он оплачивает товар, то вы получаете свой процент с продажи этого товара. И само собой вы узнаете, где брать людей, которые заинтересованы приобретение именно таких товаров, или иным языком научитесь получать качественный целевой трафик совершенно бесплатно. Далее вам нужно только отправить этим людям рекомендации для того, чтобы они ознакомились с товаром. Обратите внимание, что вам не нужно будет кого-то уговаривать и заниматься спамом. Вы просто оставляете человеку рекомендацию, а поскольку у людей благодаря мануалу вы научитесь подбирать очень заинтересованных в том или ином товаре, они охотно будут приобретать товары по вашим рекомендациям. Вот примерно и вся суть этого мануала. Все здесь расписано. То есть, что мы из этого можем понять? Что нам предлагают зарабатывать на CPA-партнерке? То есть, на товарной партнерке мы берем ссылку, где-то ее кому-то оставляем. Если человек покупает, мы получаем свой процент от продажи этого продукта. Все, конечно, чудесно, и все мы знаем, что есть такие CPA-партнерки, что на них можно зарабатывать. Но, естественно, в каждом вот таком вот курсе самое главное – это трафик. То есть, откуда нам брать этих людей, которые будут покупать эти продукты. И эти курсы покупаются именно для того, чтобы вот этот вот трафик, ну, узнать, где этот, брать этот трафик, и чтобы люди его покупали, эти продукты. Вот. И, собственно, нам здесь автор обещает, что мы получим какой-то метод, при помощи которого мы этот трафик будем брать бесплатно, и куча людей будут покупать эти продукты. Так, что у нас здесь? После регистрации в партнерском сервисе и изучения мануала вам останется только уделять каждый день немного времени для работы по нему. Алгоритм действия очень прост. Вы будете отбирать самый ходовой товар. Но это было только что и в первом пункте. Далее вам остается там троллям. Так, что у нас дальше? Об авторе. Автор, кто будет вас обучать, является создателем мануала. Рада приветствовать. Меня зовут Елена Герасимова. Ну, сразу скажу, что вот эта Елена Герасимова – это выдуманный персонаж. И, скорее всего, создатель вот этого вот курса – это тот же создатель, там, который создает такие продукты, как там, метод Ирины Гейден, Фемида и прочее, и прочее. То есть, такие одноразовые имена левые и, собственно, продают этот товар. Давайте перейдем к самому курсу. Курс состоит из одного PDF-файла. Вот так вот выглядит весь этот курс. То есть это один PDF-файл на 31 страницу, насколько я помню. И, собственно, все вот эти мануалы, там, Гейден, Фемиды и прочее, они все сделаны в именно формате PDF. Там никогда вы не увидите видеороликов и видеоуроков, ну, потому что автор их, можно сказать, скорее всего, мужик, и поэтому кому-то платить за женский голос, то есть за надиктовку
текста на женским голосом, это тоже затратно, ну и человек просто постоянно продает вот эти вот PDF-ки. Вот, собственно, здесь 31 страница, как я и сказал. И как видите, шрифт здесь такой довольно крупный, то есть можно было уменьшить этот шрифт и сделать процентов на 30 меньше страниц. Ну, чем больше страниц, наверное, тем круче. Собственно, что нам предлагают? Нам предлагают зарегистрироваться на сервисе. Сейчас, ну тут естественно дана реферальная ссылка. И вот этот сервис, то есть это такой же сервис по продаже каких-то определенных товаров. Такой же, как и Admitat, M1 Shop и все остальные. Впрочем, сервис как сервис, и ничем он не отличается, он не лучше и не хуже, чем другие. Так, идем дальше по курсу, то есть вот это тут дальше идет, как всегда, куча бесполезной информации о том, как зарегистрироваться в этом сервисе. Нажмите на ту кнопочку, на ту и на ту. Выбор товара. Ля-ля-ля, тут выбираем товары, все такое. Так, вот самое главное, что нас интересует. Получение бесплатного трафика. Вот это вот самое главное в этом мануале. Итак, к товару мы подключились. Кабинет настроен, автоматический вывод прибыли. Но для того, чтобы она появилась, ну то есть прибыль, нам нужен трафик. Причем качественный, чтобы получать максимум продаж по выбранному нами товару. Добывать мы его будем на сайте ВКонтакте. Ну и тут вот бурные аплодисменты. То есть опять очередной мануал по добыче бесплатного трафика ВКонтакте. Это, ну, я не знаю, сколько таких курсов уже было, которые нам рассказывали, как спамить ВКонтакте. Ну, в общем, что нам здесь рассказывают? Нам, конечно же, тут рассказывают, что нужно зарегистрироваться ВКонтакте, заполнить свой профиль, там, чтобы он был весь красивый, потому что люди любят общаться с теми, у кого красивый профиль. Ну, хорошо. Дальше мы находим группы, да, по какой-то определенной тематике, допустим, по женские какие-то группы, по фитнесу или что, там, где очень много людей. Потом выбираем, там, допустим, регион Россия, Москва, и выбираем возраст человека, то есть там, ну, по возрасту, то есть выбираем человека, который родился, ну, вот, допустим, сегодня 21 декабря, и мы выбираем у человека, ну, людей, у которых день рождения вот там в течение, там, через 7-10 дней. Вот, смотрите, после того, как перед нами оказывается готовый список людей, чей день рождения наступит через 7-10 дней. Потом мы находим этих людей, открываем их страницы. У них на страницах есть их там друзья, родственники, ну, родственники в основном. Находим этих родственников. И потом этим родственникам пишем письмо, что вот у вашей там дочки, сестры там или у кого-то еще скоро день рождения. Не хотели бы вы купить ей там, вот у нас есть очень классный товар, вы можете его купить, там какую-то хрень. То есть какой-нибудь духи там или что, ну что на этом сайте нам предлагают вообще, на этой партнерке. И то есть мы родственникам отправляем вот такие вот сообщения. Масштабирование тут, конечно, супер-пупер. То есть заводите много страниц в аккаунте и делаете все то же самое. И нас автор вот этого вот мануала уверяет, что нужно отправлять 20 сообщений. То есть с одного аккаунта, вот у вас есть аккаунт, и вы отправите 20 сообщений вот этим вот людям, да, 20 разным людям, и хотите предложить им купить какой-то товар, и с этого вы заработаете. В нашем случае на отправке 20 сообщений с рекомендацией подарить на день рождения магнитный корректор осанки за 24 часа мной было заработано 5250 рублей. Это, конечно же, полнейший бред. Почему? Ну, потому что трафик из 20 человек, это можно сказать, что трафик нулевой. Люди для того, чтобы что-то продать, собирают трафик десятками тысяч. А здесь 20 сообщений. Во-первых, часть этих людей вообще ваши сообщения не откроют. Во-вторых, другая часть, которая даже откроют, там 5-6 человек, они просто нахер вас пошлют и вас забанят даже за эти 20 сообщений. И как мы помним, нам еще на продажнике, где здесь,
суть метода. Обратите внимание, что вам не нужно будет кого-то уговаривать и заниматься спамом. Так вот эта вот отсылка сообщений людям и предложение какого-то товара, чтобы они там купили, это не рекомендация, это чистой воды спам. И вас за него забанят в два счета, потому что ВКонтакте банит только так. Рекомендация — это когда вас человек попросил рекомендацию и вы ему что-то порекомендовали, это называется рекомендация. А вот это вот называется просто словом спам, и все, и вас за него очень быстро забанят. То есть какой мы можем сделать вывод? Вот этот мануал сделан, конечно же, просто ради того, чтобы его продавать. Никакой полезной информации он не несет вообще, абсолютно. То есть это полнейшее говно, и от него может быть только вред. Вы просто получите бан своих страниц, которые создадите, или если будете со своей слать, то получите бан своей страницы. В итоге, естественно, ну, короче, это все лохотрон, и автор сделал этот курс ради продажи этого курса, чтобы заработать. И, как видим, у него успешно получается. По всем признакам, как я и говорил, вот этот, если взять продажники, вообще, как это все сделано, это опять, ну, тот же автор или из той же оперы, что вот эти Гейдены, Фемиды, Афродиты там, и все, все это из одного котла. Полнейшее говно, сделанное для продажи. В общем, если вам, конечно, будет супер интересно, ссылочка в описании, можете скачать это говно и прочитать сами. Ну, наверное, я закончу обзор этого говнокурса. Думаю, вы все поняли. И, друзья, не забывайте, что у меня есть второй канал. Ссылочку на него я оставлю в описании к этому ролику. Переходите, обязательно подписывайтесь. Здесь канал о различных заработках в интернете. Я участвую в различных проектах, зарабатываю в них, где-то получается, где нет. Вы все это видите на моем втором канале. Так что переходите и подписывайтесь. Ну, в общем, друзья, на этом все. Зарабатывайте много и честно. Пока-пока.